Еще вот такая маленькая детская, 7 квадратов. Вот я сижу сейчас на кровати, слэкт, и я понимаю, что мне это неудобно, потому что у меня прям ноги. Даже так, мне неудобно. То есть край кровати мне упирается. Давайте смотреть, что здесь за матрас. Больно. А, судя по всему, здесь самый дешевый Муксхульд. Тонкий. Нет, это Малфорс. В общем, друзья мои, кто использует кровать Слэкт в качестве места для посидеть у детей, выбирайте матрас повыше, потому что вот Малфорс 10 сантиметров. Вот она глубина. Кстати, здесь же не регулируется. То есть вы можете поставить только на такой уровень. Жестко, неудобно. То есть вот этот край, пена постоянно. То есть у вас получается, вот вы садитесь, и у вас матрас в один уровень с боковой рейкой. Это неудобно. Вот эта часть вся впивается в ноги, в попу, в общем, всем, чем вы сели. У Слэкта очень большие ящики. Можно спокойно им заменить комод. Ну, единственное, что я бы все-таки рекомендовала матрасик повыше. Ну, если вот так, еще куда ни шло. Но если вот на край дети, допустим, приходят и садятся, ну, немножко неудобно. Здесь, получается, сочетали стуву. С Билли и Микки. Вот вам, кстати, ответ, как смотрится. Здесь, конечно, темновато, да, Дим, чтобы вот так прям показать. Пожалуйста, полки Бергсхульд, Билли, Микки и Стува. В принципе, вся белая мебель киевская сочетается вполне между собой. Не смотрится это так, что у вас это вообще какие-то отдельные линейки. Пожалуйста, Билли нужно, закрыли дверями. Здесь можно поменять синих на белые, если ребенок уже более постарше. Вот такая вот квартира, 58 квадратов. Ну, у меня ощущение нагромождённости шкафов. Шкафы везде. Нет воздушности. Да, шкаф в спальне, шкаф в зале, шкаф на кухне огромный, шкаф в коридоре. В общем, ваше мнение, да? Нужно куркули ли... какие тут живут. Да? Да, нужно ли вообще столько шкафов? Плюшкины. Но планировка удобная. То есть отдельный вход, родительская спальня, детская, отдельная гостиная, небольшой коридор. Вот именно перерубленный, потому что у нас длинный 10-метровый, это мартышкин труд. Кстати, вот что мне нравится. Можно взять за идею домой. То есть это можно повесить на стене, место занимает очень мало, но это нельзя. Это напоминание детям, да, пришел, выключи, сходи, зашел. Флипчарт лучше купи, он дешевле. На всю стену? Стендвей, где стоит 500 рублей, флипчарты. Мы в святая святых любой квартиры, в туалете. Место, где папа прячется от семей. Газетница, явно читающий папа или мама. То есть кто-то любит почитать, подумать и почитать. Здесь у нас динам. Кстати, он неплохо вписывается в интерьер, именно когда нет места для хранения, но хочется. И при этом громить вы ничего не будете, с плитки делать. Пожалуйста, такой стеллаж за 3000 и наполнять его, в принципе, чем вы хотите. А мы идем дальше. Не поняли мы немного этот интерьер. Интерьер такого холостяка-холостяка, при этом... Ну, не знаю, может быть, вы возьмете за идею. Два стола Линмон. Один на высоких регулируемых ногах, другой тоже на регулируемых ногах, но поменьше. Для чего? Ну, не могу сказать. Один, наверное, как барный, покушать, другой для каких-то занятий, для учебы. Маленькая кухня Сунерста, плитка. О, кстати, вот это появилось в продаже, ее давно ждали. Тирельда, переносная индукционная панель. Ребят, кто мечтает об индукции? Вот мечтает. Мощно. 4000. Так, сила тока 8,5 ампер. Суммарная мощность 2000 ватт. Индукционная зона напряжения 220-240. Кухонька Сунерста. Она уже идет с прорезью для раковины. Кстати, тоже часто берут, но у нас почему-то ветклиники очень любят эту кухню. Это полноценный металлический стеллаж со всеми аксессуарами, которые нужны. То есть есть что куда развесить, при этом можно дезинфицировать, стерилизовать, как вы хотите. А дальше у нас здесь диван Брессунд. Вообще проговорить про него ничего не будем. Рассказывали уже. Почему не будем говорить? Потому что наше мнение по поводу этого дивана знаете. Лучше фрихитом взять, либо не брать вообще никакой диван в Икее. Холодильник. Холодильников, как я понимаю, два? Или шкаф? А, нет, вот шкаф.
фасады черные, кунг с бака. Пойдем покажем нюанс. Тебе видно? Чистая рука. То есть все следы на фасаде все время будут. Просто все время. Имейте это в виду. Это нюанс вот этих черных фасадов. А еще их используют как меловую доску. А здесь у нас, ну, они уже не новинка, Свенсульт. Кстати, вот вам вариант, как перевернуто смотрится. Мне нравится, интересно. Ивар. Полки, книжки. Неубиваемый железный шкаф. Все равно непонятно, для кого такое помещение сделано. Что имели в виду дизайнеры? Кто здесь должен жить? Какой-то рабочий кабинет, что я не знаю. Но для мужчины, не на постоянный образ жизни. То есть с ума сойдешь в таком? Да, тут я не знаю. В общем, ребят, мы не поняли, очень ждем ваших комментариев. Как вы предполагаете, просто кто? Не к чему прицепиться. К чему это? Что вообще это может быть? Так, объединенная комната, гостиная, спальная зона. Бывают и такие помещения, когда большое надо разделить. Пожалуйста. Вспоминаем, как было раньше у бабушек в деревне. Номинальное разделение при помощи занавесок. Мне кажется, все так помнят. То есть делилось вот так. Отдельные такие спальные отсеки делали занавесочками. Как были мини-комнаты. А здесь у нас гостиная. Диван Фрихитон. Столик Тингби. Поинг. Линмон, Мальм, Беста, панелька Скоди, Старшер Нут. В общем, такие, знаете, средний ценовой сегмент. Не супер дорого, но выглядит вполне уютность какая-то есть, да, Дим, вот здесь, в этом интерьере. То есть хочется посидеть на диванчике, что-то поделать, поковыряться. Такой вот кабинет, даже, знаете, может быть, если, допустим, человек профессионально шьет, конечно, здесь ему места мало будет, это будет все завалено. А если просто какие-то мелкие вещи такие по шитью, да, по дому, то здесь есть и рабочее место, где можно снова там посидеть. В общем, интерьер неплохой, и давай переместимся вот сюда, во вторую часть этого интерьера. Здесь уже видите, да, более холодные оттенки. Кровать, чердак с вертом. Под ней полноценный рабочий стол Микки. Кстати, часто задаваемый вопрос, можно ли Микки собирать на другую сторону. Да, ребят, можно. Вы изначально собираете на ту сторону, которая вам надо, сверху стоит столешница. Все, то есть он правосторонний, левосторонний. Проблем с этим нет. Про сверту мы тоже вам уже рассказывали. Все нюансы ее есть в сравнительном обзоре между вот новой кроваткой тканевой и свертой. Здесь у нас пакс на 66 сантиметров, полутораметровый. Такой небольшой уголок сделан. Вот за что я люблю Икею. Есть такой, вот, такие места, которые можно вот при помощи минимального какого-то оснащения сделать удобными. Вот, пожалуйста, да, здесь пример как бы комнаты для, ну, угла комнаты для там, занятий, ну, той же гитарой. При этом все вещи можно использовать и в другом направлении. Не вот что какое-то, да, профессиональное оборудование, и больше никуда вы не сделаете. Вот такой интерьер. Кстати, интерьеров много. В нижнем, мне кажется, поменьше интерьеров. Намного. Диван Лангруста в коже вызывает желание поспать. Холодный только, потому что прохладно. А так мягенько утопаешь в него, и нет ощущения, что ты проваливаешься. То есть вот я как не пытаюсь найти, я попы детали не чувствую. То есть, в принципе, не зря про него очень много вопросов задают. Я думаю, в ближайшее время снимем обзор по этой линейке. Да, Дим? Потому что диванчик достойный. Так, что это? Кабинет, гостиная, все вместе? Да нет, кабинетом не пахнет, нет письменного стола, поэтому это все-таки гостиная, объединенная с хорошей большой библиотекой. Стеллажи Билли, объединенные 4 метра. Но здесь 4 метра, друзья, вот с теми напольными модулями. То, что сейчас показывает Дима, там, где лампа стоит. Вот такая вот 4-метровка огромная, можно собрать из Билли. Дим, есть какие-то нюансы по сборке Билли? Ты много раз его собирал? Обязательно к стене. В любом случае. Тебя слышно? Да. Все поняли, да, что без крепления к стене... Это опасно. Такой модуль, ну, может быть, чреват падением. Ну да, книжки на грудь, она может баланс нарушить и
упасть. Вот, ребят, этот момент имейте в виду. Дима очень часто собирает нас заказывать вот такие шкафы. Заказывает уже женщина в возрасте для того, чтобы сложить библиотеку. Еще смотрите, может быть, не все помнят, но я напомню. Билли имеет регулировку полок. И, пожалуйста, высокие альбомы, какие-то энциклопедии, книжки другого размера. Вы можете сделать под свой размер, как вам удобно. Поэтому прежде чем покупать стеллаж Билли для библиотеки, солнце светит в правый глаз, вы, ну, примерно прикиньте, какого размера и сколько книг у вас будет. Потому что порой проще купить маленькие 50, маленькие сороковочки, чем одну 80-ку. Свет мне не нравится. Я могу уйти отсюда. Вот, так получится. Вот. То есть проще порой купить не вот так вот 80, а 2 по 40, да, у вас будет перегородка, но вы более лаконично разложите книги, чем бывает так, что вам не хватает. Здесь длинная, здесь мелкая, и вот эти вот все перепады. А, Дим, можешь показать? Здесь еще выделен угол, да, место для детеныша, где порисовать, поиграть. И много-много книг. Вот такой уютный балкончик. Ну, у нас это можно себе позволить только на отапливаемых балконах, которые используются круглогодично. То есть, если балкон не отапливаемый, ну, часть вещей точно нужно убирать. Ну, кроме, кстати, Аксхольмина, ему ничего не случится, он и на неотапливаемых живет зиму. Интерьер большой, объемный и темный. Кровать Мальма, столик Стокгольм листиком, огромный пакс с дверями Аули и Гудаль. На 2 метра 66 сантиметров глубина, то есть сюда можно уместить полсемейства сразу. То есть такое прям глобальное большое хранение ПАКС обеспечивает. Дальше два комода Мальм прям подряд. Один с туалетным столиком, ну сверху, да, дамский. И второй просто для хранения всего чего угодно. Кстати, ребят, я жду от вас обратной связи. Полезны ли вообще интерьеры, да, или, в принципе, это не особо интересно смотреть, что придумали дизайнеры, а кому-то лучше самому придумать, ну, хотя, наверное, насмотренность нужна. Ну, судя по статистике, когда мы начинали снимать первые интерьеры, особо... Их вообще не смотрели. Ниже среднего. Да, поэтому потихоньку как-то стало не до них, и мы их перестали снимать. Так, с другой стороны у нас Беста. Смотрите, какое интересное сочетание Беста с экетами. То есть такие кубики, не цельная, да, привычный монолитный ниф, а именно вот такие вот лесенки облегчают конструкцию, да, Дим? То есть более такая легкая, воздушная получается. Ну, у нас в спальне 12 квадратов. Да, мне этих 6 квадратов жизненно не хватает. Такая вот интересная спальня. Стеллаж Витши, Поинг. Кстати, очень востребованные столики. Вот эти по 5000 круглые. Веймон. Мы привозим их каждую неделю. Хорошо смотрится, хорошо эксплуатируется. Компактные, функциональные. Ну, для чего только не берут. Одна клиентка говорит, я очень, мне удобно работать в кресле за ноутбуком. Основание. Из абажура Нильс можно сделать торшер. Внутри он золотой, кто не знал. И очень красивые отблески дает. Ну, так. Подвесной светильник. Кафе Summer Jam. Есть такие же. А, да, у нас в Саранске некоторые кафешки закупали. Это не только Summer, еще и студия красоты, еще одна кафешка была. Так, дальше мы плавно с вами перетекаем в малогабаритную квартиру. Мало места, много идей. 35 квадратов. Кушетка Бримнес. С кучей подушек. Потому что, как показывает практика, если подушек мало, вы будете вечно упираться во что-то, да, Дим? Здесь у нас Опхус. Здесь у нас Лилексхольд. Не очень люблю эти железные громкие ящики. Мне вот что нравится. Дим, разверись, пожалуйста, зайди. И камеру чуть-чуть наверх. Полка. То есть это хранение у нас часто, у всех есть место над дверями, да? И оно никаким образом не используется. То есть вот для такого хранения, которое, в принципе, там выкинуть жалко, но положить куда-то надо, можно. Уважаемый, дальше Опхус. А, здесь, получается, типа детской зоны. Пойдемте, покажу один нюанс. Для вашего удобства здесь работает касса. Значит, это у нас набор крючков-ручек. Крышки снимаются. Это хорошо, конечно. Можно поменять, но они еще и будут теряться. Этот момент тоже учитывайте.
Здесь у нас тоже опус. Опус, конечно, гремучий. Но, кстати, вот обычно как примерно у детей выглядит. Там Навальный, здесь Навальный. Вполне реальность, да? Не знаю, я пока еще не встречала, чтобы вот все дома было по линейке, аккуратно. Если у вас так, то я вам прям вот искренне завидую, потому что у нас чаще всего вот... Почему мы не снимаем рум-тур по квартире? Потому что у нас все вот так. А, дальше. Труфаст. Вот, смотрите. У вас дома есть мелкий котик или мелкая собачонка, а места для него нет. Пожалейте животное, освободите место в Труфасте. Если он согласится там жить, во-первых. Потому что, скорее всего, он будет жить. Решать, где спать. Он будет на кровати спать, да? Ну, животные всякие есть, как воспитаешь. Мы свои не смогли. Труфаст – это и игрушки, то есть даже берут для хранения каких-то кухонных мелочей, потому что место занимает мало, вполне функционально. Здесь у нас ванна с туалетом, со стиралкой, шкафчик Лилауген для стиралки. Вот его я нежно люблю. Нелюбимая мной раковина. Нелюбимая. Вот здесь вечно собирается вода, и это все туда вот так стекает. Да, Дим? Да, ты. Опять, кстати, вот здесь они не оригинальны. Опять используется чусик, опять пакс. То есть без пакса жизнь не мила вообще никак. Ни боком, ни ухом, но с другой стороны... Все это спрятано, и много вот таких полок. Тим, выйди, пожалуйста. То есть вся квартира вот верха использована для хранения. Моя камера не успевает за ходом ваших мыслей. В общем, полки. И осталось посмотреть небольшую оставшуюся часть. Это остаток кухни, она же мини-гостиная. Нет, все-таки это кухня. Стол Мильторп. Стульчики Лейфаерны, детский стульчик, опять полки. То есть здесь, если кому полюбится такой интерьер, должен быть любителем полок открытых. Система льгот, вот, кстати, вариант, как можно использовать льгот на кухне для всевозможных хранений. Но здесь либо вам будет наплевать на то, что это будет вечный хаос, либо вы всегда это будете ровно красиво раскладывать, потому что занавески здесь не в тему будут закрывать все это дело. Этот момент тоже учтите. Ну, льгот выходит из ассортимента, особо как-то это... Ребят, не фантазируйте по этому. А льгот, да, потихоньку выходит из России, это имейте в виду. Мы уже об этом говорили. О! Опять? Опять. Крючки для велика, пожалуйста. Любители лыж. Кстати, у Пинана, вот если разобраться, у Пинана в квартиру много, да? Ну да. Даже стеллаж для цветов. Но это подразумевается, наверное, как балкон. Нет, это что-то приходит. Пушка, наверное, какая-то. Нет, вход там. Да, да, балкон, балкон. Это балкон имеется в виду. Вот такой интерьерчик мы вам показали. Как? Ждем отзывы. Димка, постелька новая, Инглисия. У нас нету, кстати, этого цвета еще не пришел. Красивый. Ну, мужики не любят розовый цвет обычно. И Дима ворчит, если какая-нибудь постелька дома. Такой у нас беленькая, голубенькая, серенькая. Смотри, как красиво. Можешь это снять? Акула! Дельфинчики плывут, а акула их заразу сожрать хочет. Так, еще один интерьер, уже более, наверное, все-таки. Здесь уже женщина главенствовала, наверное, при выборе. Ой, так, а мы вам вот что сейчас покажем. Это, кстати, часто спрашивают, а как будет выглядеть пакс, если его встроить в стену? Ребят, если вы заранее все подготовите, и у вас будет все размер в размер, то мы вам покажем. Но здесь каркас деревянный, покрашенный. Как вот собирать пакс, чтобы его вот туда? Да очень просто. Сначала он собирается посередине комнаты. Потом поднимается. Ничего не поднимается. Навешиваются дверки и заталкиваются. Ну, это, не знаю, мужчин так... Короче... 3-4 нужно, чтобы туда засунуть. Для мужчин, как оказалось, проблемы в этом нет. Но вот эти моменты тоже будете учитывать. Все-таки, если это раздвижные двери, да, он не будет весь однородный, он будет выступать. А здесь у нас кровать мальм, тоже небольшая ниша. То есть, видите, уже какие-то элементы жизни добавлены, смотрятся по-другому. Вполне, то есть, спальня для двух человек, куда можно все попрятать. Так, идем дальше искать интерьер. Но интерьеров я не ожидала, что столько в Казани столько интерьеров. Мы хотели вам снять прогулку по магазинам. Мы понимаем, что вся наша прогулка – это и есть хождение по интерьерам.
следующая уже более мужская спальня. Пожалуйста, вам даже здесь имитация. Этот товар продается в отделе свет. А, подсвечник, картинка не икеевская. Имитация камина, свечи. Кстати, многие клиенты у нас так делают. Рыцарь в отеле, в котором мы жили, был похожий. Он же еще и метелка. К икее отношения не имеет. Значит, кровать Хемнос, но мрачновато. Прям готика какая-то, да? Витражного окна не хватает, чтобы свет прям побольше сюда попадал, естественно. Ну, вот такое сочетание увидели дизайнеры. Хемнос, Пакс с дверями Флискербет. Тебе даже не видно тут. Брюгге. Это хорошо еще в белой кофте, да, пятно белое. То есть такой вот, ну, темный, ребята, интерьер. Не знаю, согласилась бы я жить в таком, наверное, как-то чуть-чуть депрессивно. Одна женщина согласилась. Платьишко висит от женщины, это все, что, наверное, от нее осталось. Ой, ребятушки, эту спальню мы выполнили в викторианском стиле. А, это вот викторианский стиль у спальни был. 14 квадратов. Так, для всех и для каждого. Здесь есть же еще и описание. Спальня – любимое место в доме. Спальня 33 квадрата. Хорошая. Хорошая спальня. Пошли смотреть. Пожалуйста, открытый ПАКС. Кстати, если вы елку ставить не хотите, ваза, шары и искусственные ветки с подсветкой. У нас такие были? Я не видел там. Может, что-то где-то вы пропустили? Винтерфест. У нас нет таких веток. Подсветка, лампочки вставляются. Вообще не работает. А подсветка вот где будет? Ну, не включается. В конце елок, вот эти, а? Иголочек. Вот, да-да-да, у сосенки, в шишечек. Включи. Лампочки нет. В общем, если елку ставить не хотите, как вариант. Открытый ПАКС 35, высота 201. Закрытый ПАКС Тисидаль. Ну, вы знаете мою любовь к Тисидаль, все-таки очень нежно смотрится. Но Тисидаль, кто первый раз вообще оказался на канале, это дверки у Пакса. То есть можно сделать вот такую красивую открытую гардеробную. Дальше тоже Тисидаль, кровать. Тумбочки Хемнос сюда в пару. Кстати, Страдмон сюда вполне в тему, в сером цвете, да? Угу. Детская кроватка. Ну, огромадное, слушай, помещение, конечно, 33 квадрата здесь это. У некоторых людей квартира такой квадратуры. Здесь вот вам и место, где посидеть. Здесь вот, вот здесь камина не хватает. Да? Окон нет. Окон. Это хавста, о чем я вам говорила. Кстати, на светло-серой хавсте, ну, поменьше коцок, но, тем не менее, они тоже есть. Из обхуса, пожалуйста, получается неплохой комод. Для всякого детского. Ну, здесь так представлено. Дальше можете использовать куда хотите. Пеленальный стол Сальгул. Икеевские пеленальные столы, честно, я люблю. У нас, когда мелкая росла, мы пользовались им полноценно. Вот, смотри, кстати, идея, девчонки. Не всегда есть возможность телефон, ноутбук поставить рядом. Вешаем на стену стеллаж. Это стеллаж стенд Вегис. И, пожалуйста, печатайте то, что вам нужно. Инструкцию. Ну, извини, вот для ты масса. Инструкция для папы. Как переодеть? Где лежат памперсы? Интерьер еще не последний. Кто устал? 15 квадратов интерьер. А что хочу показать? У меня вот такой вопрос, Дим. А сейчас опять в моду возвращаются проекторы, какие были в нашем детстве. Да. А если использовать икеевскую? Короче, никак с новой занавеской не подружусь. Или ее? А ее закрепили. Вытяни до конца. А? Вытяни до конца, немножко направо. Идти не на, обратно наверх. Ну, понятно. Ну, никак, в общем. Ладно. Ну, суть поняли, это раскрывается. Да, мы их уже снимали, показывали. Если использовать проекторы и вот именно на икеевские вот эти шторы? Без проблем. На любом неглянцевом поверхности.
белая. Ребят, идея. Можно простыни очень. Ну да, кстати, на простынях же раньше смотрели. Идея, если у вас есть проектор, и дети, например, просят, вы сами вы любите, вот, пожалуйста. Кстати. А вот оно, да, вот оно есть. Правильно мы поняли, проектор. И вместо телевизора люди смотрят диафильмы, мультики. Ну, сейчас не тоже телевизор, сейчас и планшеты на экран выводят. Так же идет, да? Да. Удобно? Можно и поиграть, и кино посмотреть. Вот, то есть телевизор. Таким образом меняет кровать, ставит в обратную сторону. И чтобы ногами не тереть стены, пожалуйста, двери Вегдис. Тоже, кстати, вариант. С такими же фасадами Беста, то есть все сочетается в одно. Здесь у нас Nordic стол. Вполне можно использовать вместо небольшого рабочего места, но только если вы работаете с ноутбуком. Что вам только поставить и положить листок, не больше. Дима смотрит со своей точки зрения, потому что у него громадный стол и куча техники. Ему здесь только вот клавиатуру разложить. Да. Вот, то есть, если вам нужно именно такое маленькое компактное место рабочее, потому что часто жалуются, даже в разговоре со знакомыми девочками, у меня нет своего рабочего угла дома. Пожалуйста, стол стоит всего 3000. Он вам когда не нужен? Все, у вас нет стола, никому не мешает. Как полка для рамок висит. И не надо никому мозг выносить. Так, здесь у нас пак с мехом. Кстати, мехам хорошо сочетается с мальмом. Вполне. Мехам под беленый дуб в сочетании с мальмом. Мальм чуточку потемнее. Прожилка другая. Не сильно отличается. Но смотрится как все единое. Тут же, друзья мои, и лак под беленый дуб. И тут же Беста под беленый дуб. То есть вполне можно сделать, как говорят, ой, у Икеи нет, например, спальни в одном стиле. Ребята, а зачем? Если можно сочетать все между собой, и получится ваша именно уникальная спальня, а не ту, которую придумали вам дизайнеры. Так, комната. Кстати, интересная, да, двух таких подросших детей. Единственное, что один рабочий маленький стол, но это драка будет, если здесь два ребенка будут жить. Будут мальчики. Они уроки не учат, да? Да. Тут мальчик. Обхус. В качестве места для вещей. Кушетка Бримнес. Но опять же, Дим, кушетка Бримнес здесь может стоять в качестве дивана. А ребенок один. То есть письменный стол, телек, где Бримнес, опять же, то есть сюда можно и где разместить гостей, детей каких-то, которые остаются ночевать, друзей. Фанат футбола. Помните, я вам рассказывала про струну Динейро? Ой, Динейро, все. Дигидет. Не надо ничего сверлить. Можно менять постоянно. Стеллаж Калакс, удобно к нему прийти. Тоже часто спрашиваю, что взять, чтобы, например, ребенок мог читать. Ребята, вот, Дим, можем показать? А, ну и так видно. А, или не видно? Видно, видно. Видно? То есть место освещения очень хорошее. Вполне можно закрепить за любой стеллаж, за любую поверхность. А, я не смогу, ее она короткая, я хотела на кровать показать. Вот такая вот спальня. Но в очередной раз скажут, да, проплатили казанской Икеи. Нет, ребят, нам даже снимать сначала да. Не хотели давать. Целую тачку привезли под деньги. Угу. Маленькую. Чемодан, чемодан. Тебе бумажку дали просто раз. Ну все, друзья мои, интерьеры у нас закончились. Спасибо Диме за терпение со съемкой. Заранее спасибо за монтаж, потому что теперь все это нужно вычленить и сделать. Жду от вас комментов, удобно, неудобно, понравилось, не понравилось вводить такой формат, потому что мы совместили приятное с полезным. Мы ездили на обучение по Siberian Wellness, и мы сделали съемки для вас. Следующее обучение у нас в Москве. Мы, ну, как бы... Тот, кто не учится, тот остается в стагнации. По-другому в нашем мире никак. Мы едем 10-11-12 января, в общем, сразу после новогодних праздников. Интересно ли вам будет, если мы снимем в какой-нибудь Икее в Москве? Я не обещаю, что это будут все, потому что, ребят, честно, это надо несколько дней. К сожалению, столько времени мы не выделим. Поэтому жду от вас комментариев. Какой лучше Икеи поснимать 12 января? Будет уже будний день, понедельник. Все люди уйдут на работу. Праздники закончатся. И москвичи, и кто часто бывает, ребят, какой Икеи лучше поснимать? Прям вот от души вопрос.
это и нам облегчите жизнь, и вам, какие бы интерьеры вы хотели увидеть. Всех люблю, до новых встреч. Не забывайте делиться видео, распространять его где угодно. Мы не против, пожалуйста, если вы посредники, пользуйтесь данными нашими видео. Мы не ворчим, мы только за. Всех люблю и спасибо. Обязательно ставим колокольчик. Это круто. Комментарий от Димы финальный. Колокольчик дает подписку. И когда мы, например, выходим в прямой эфир, у вас срабатывает уведомление. А если вы не подписаны, то вам обязательно нужно периодически заходить на канал, смотреть наши афиши, анонсы. Смысл? Зачем лишний титул движения? Подписались и смотрим тогда, когда вам удобно. И плюсиком, когда выходит премьера нового обзора, мы всегда в онлайне, и вы с нами можете спокойно пообщаться. Да, кстати, кто подписчики именно, у вас есть такая функция. Сейчас разъясню. Вы поставили колокольчик, мы всегда новые обзоры запускаем как прямые эфиры. Вы всегда нам можете в процессе просмотра задать этот вопрос, но это только в процессе просмотра, вот как мы запустили. Поэтому, если хотите пообщаться на тему какого-то предмета, да, прямо это вживую общение с нами. Ну все, мы пошли дальше.